Раннее утро, педиатрический корпус Химкинской клинической больницы. Депутаты Владислав Мирзонов, Юлия Ишкова и активисты партии «Единая Россия» здесь с доброй миссией. Они привезли подарки для юных пациентов. Это маленькая искорка добра, которая наверняка останется в сердце малышей. На постоянной основе забота, внимание о детях, желание помочь сделать их пребывание здесь как-то веселее, краше. Внутри так называемых коробок храбрости, развивающие игры, раскраски, пластилин, карандаши и другая канцелярия. Все это не только поднимает настроение детям, но и помогает скоротать больничные будни. Ведь каждому из этих ребятишек приходится переносить болезненные процедуры. Дети, конечно, безумно рады этому. Мы в первый день нас положили. У них еще стресс такой, как говорится. Тут они чуть-чуть развеялись. Ну, естественно, это все приятно, конечно. Внимание уделяется ребенку, они себя чувствуют нужными. В любом случае, это и родителям, и детям приятно. Акция «Коробка храбрости» проходит в Химках несколько раз в год. Подарки для детей собирают неравнодушные жители, депутаты и волонтеры. Присоединиться и помочь может любой желающий. Юлиана Мазырина, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.